В 11 часов утра на Центральной площади ребята активно готовились к старту краевой акции «Зарядись на сессию». Студенты среднеспециальных и высших учебных заведений города вместе со всей Кубанью решили отвлечься от лекций и выполнить спортивные упражнения. Разработана эта зарядка студенческим советом Краснодарского края. Они уже прислали видео. Вот мы с Леной ездили еще на семинар по развитию в станицу Каладжинску. И там тоже это была зарядка. Выучили, приехали, показали, чтобы ребята отвлеклись от учебы, от буни, а так вышли, зарядились и потом на сессию шли с позитивом. Перед финишной прямой учебного года сил почти не остается, но 3 сотни мальчишек и девчонок дружно поднимали руки, делали выпады и наклоны. В тандеме с энергичной музыкой получилась настоящая массовая зарядка. Отличная, позитивная, энергичная. Думаю, неплохо тоже получила заряд, отличного настроения и бодрости. Перед сессией занялась спортом, все позитивные, все счастливые, очень понравилось. Сама зарядилась позитивной энергией. Бодрит перед сессией само то. Эта акция проводится в рамках года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Студентам напомнили, что для сохранения здоровья усердным ученикам нужны перерывы, а лучший способ отвлечься от конспектов – заняться спортом. Инна Лепеткина, Сергей Шуль, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.